Фиасе Хилти. Да. Это серьезная вещь. Такие анкера стоят кучу денег. Это, короче, химический анкер. Вот эти сами анкера. И к ним идет специальный клей. Вот он в тюбике. Тут инструкция. Сейчас все распечатаем, посмотрим. Поехали. Это гайки. Хилти. Это вам не шутки. Специальные гайки. Шайбы. Серьезная техника. Так. А это у нас... Тоже болты. Тоже болты, да. Нам это 32 анкера таких. Вот на таких анкерах химических будет лежать, висеть, так сказать, на армопоясе. Диаметр анкера балочка. 14, да? Или 16? Сейчас замерим. А там написано. Так, вот как указано на иллюстрации, вот полнотелая шпилька. Сверлится отверстие диаметром D0 вот в таблице. D0 это, если обычная 16 у нас идет шпилька, то надо 18 диаметр. Заполняется клеем и потом закручивается. Пользуемся Hilti Heat RE500 V3. Если это что-то вам сказало. Вначале бурим отверстие, потом продуваем его компрессором, потом прочищаем, продуваем, потом после этого собираем нашу систему, одеваем насадочку, которая будет накручиваться, после этого делаем пробное выдавливание и все, заполняем полностью отверстие в притирочку под завязку без пустот. И усилиями продавливаем полностью штырь. У нас будет заходить на 15 сантиметров бетон. То есть не легонечко так, а полностью туда. Хрясь, но высыхает, и можно уже вешать на него. То, что мы будем делать. Итак, погнали.